Так, сейчас мы дождемся и будьте готовы, наверное, сначала рассказать свою позицию, да? Итак, я думаю, это пуговица и замок, замочек. Молния, да? Пуговица и молния. Какой окончательный? Что из этого? Что теперь джинсы могут закрываться на молнии, а не только на пуговицу. Значит, молния. Молния. Но не ответ. Это застежка молния. Ура! И теперь у нас знатоки. Открывают счет. Да уже не открывают, уже 4-0 в сухую телезрителей. Так, и у нас, внимание.